Перед матчем «Авангард» Салават Юлаев беседуем с генеральным директором хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринатом Башировым. Ринат Рашидович, последний раз общались на камеру с вами в Челябинске, сейчас в Омске. Правильно понимаю, что вы вообще впервые на G-Drive-арене? Как вам она? Расскажите о своих впечатлениях. Ну, шикарная арена, очень удобная, сложно к чему-либо придраться. Я думаю, эта арена очередное доказательство, что санкции западных стран в отношении «Газпрома», они никак не работают. А вы даже в фойе прогулялись, как вообще вот не просто сама чаша, да, с заполняемостью, с обзором, а вот эти внутренние убранства, насколько вот все удобно? Да, очень удобно. Количество туалетов вообще мне очень нравится. На каждом углу очень удобно, да. И точек общественного питания огромное количество, и разнообразные развлечения. Я вижу, зрителям нравится, очень много людей. Действительно, они приходят в то место, где могут получить впечатление. Поздравляю вас с выходом в плей-офф. После матча с Сочи вы обеспечили себе его. Насколько вообще важно вот для всей организации как можно раньше обеспечить себе эту путевку? Или это не играет роли? Ну, возможно, в предыдущих сезонах это какой-то плюс был бы, но не в этом сезоне. Сейчас очень трудно предполагать, какие будут соперники в плей-офф. И каждый сейчас из оставшихся игр у всего Востока является жизненно важными. И поэтому мы, к сожалению, сейчас не можем использовать это время для подготовки к плей-офф. Для нас сейчас важно занять выше место повыше, чтобы иметь домашнюю площадку. Это наша цель вот на сегодняшний день. Вот вы руководитель клуба, насколько вообще вот у вас какие предчувствия, что говорит вам сердце, душа перед самыми важными матчами, какие мысли внутри? Ну, мысли такие разнообразные, по шкале до 10, это от 0 до 10, и так вот они бегают, эти мысли, потому что ситуация такая на Востоке, что ты можешь как и выиграть, так и проиграть. Я в начале сезона говорил, что это будет самый интересный чемпионат, рад, что я угадал. Я думаю, что все так сейчас клубы думают, с опаской подходят к плей-офф, с опаской. Я думаю, сюрпризы будут. И вообще, этот, вот если раньше плей-офф как бы начинался, и к концу уже так мало кому было интересно в стране, честно говоря, так уже кто там будет, то сейчас, я думаю, вся страна будет прикована к плей-офф до конца, может быть, до 7-го матча финала Кубка Гагарина. Вы в этом сезоне лично приучили всех к разговорам про трансферы. Сейчас трансферного окна нет, но есть злободневный такой вопрос, который интересует всех, не только болельщиков «Салавата». Когда же выйдет Хосенг? Сегодня уже 15 февраля. Вы как раз когда-то говорили, что к середине февраля будет какая-то ясность. Что сейчас? Мы получили от врачей согласованность с теми врачами, кто его оперировал, что он теперь может тренироваться в полный контакт. Я думаю, по приезду с тренерским штабом они решат, когда его использовать. Сам он хочет играть, конечно, настраиваться на плей-офф. Я думаю, что плей-офф мы его увидим. Все-таки не совсем понял, есть шанс, что еще в регулярке тоже сыграет? Я думаю, вариант процентов 30, наверное, я так даю. Процент 30. Хочется еще поговорить про другого легионера, который в последнее время играет очень хорошо, как это модно говорить, находится в огне, штампует голы в овертайме, нашел химию с молодыми игроками. Это, конечно, Саша Хмелевский. Скажите, ведете ли переговоры о том, чтобы он остался на следующий сезон? И если да, то вот какова вероятность, что он останется в процентном соотношении? Нет, пока мы переговоры не ведем, пока мы сконцентрированы на матче, на финал Кубка Гагарина. Я думаю, что Александр уже говорил о том, что ему нравится Уфе. Я думаю, что мы найдем понимание при заключении, при переговорах по новому контракту. Вы неоднократно заявляли, что этот сезон будет переходным. Позади уже большая часть регулярки, остается всего 5 матчей. Можно подводить промежуточные итоги. Скажите, вот как вам кажется, идет ли «Салават» на тот путь, вот на путь этого перехода? Удалось ли сделать то, что вы планировали? Да, уже сейчас можно сказать, что переходный этап, который команда испытывает в этом году, он проходит даже, возможно, лучше, чем мы предполагали. Мы уверены в себе, поэтому мы в течение сезона повысили для себя задачу. Теперь мы спокойны плей-офф и будем бороться за, как минимум, финал в
Восточной конференции. А дальше посмотрим. Ренат Рашидович, последнее. Пожелайте что-нибудь болельщикам Салавата. Трудно что-то пожелать нашим болельщикам. У них все есть, у них куча эмоций. Я думаю, что этот плей-офф они запомнят надолго. Я надеюсь, с хорошей точки зрения. Да. Вот. Но даже если не все у команды получится, я думаю, что есть хороший фундамент, который на следующий год, я думаю, даст свои плоды. Поэтому я им пожелаю немного терпения, и все у них будет хорошо. Спасибо большое. Вам тоже удачи и сегодня тоже. Спасибо.